Мы ведь делали очень свободное прочтение. Она не повторяет ни по рисунку, даже и по смыслу порой, я не имею в виду общую канву, а в каких-то вещах мы не повторяли то, что делалось на Бродвее или в Лондоне, в Сохо. Мы пытались это пропустить через себя, через свое нутро, через то, что мы знаем о шоу-бизнесе, и сделать свою историю. Там очень много сокращений. Она немножко многословна у автора. Мы выкидывали большие куски, когда становилось понятно, что это уже сработало, и это не нужно разжевывать, и мы двигались дальше. Возможно, этот путь еще продолжится, потому что спектакль ведь совсем молодой. Мы сыграли вчера только 9-й раз его. Это еще официальная премьера. А театр вообще дело живое. Каждый раз играется по-разному. И мы какие-то вещи меняем. Даже вчера были какие-то моменты, которые впервые произошли. И я думаю, что так и будет дальше. Это живой организм.